Ребятушки, посадил какие штуки. Мне она сказала, что если дождь, это... Видите, это облезает, да, чугун? Если дождь, то это ваши проблемы, говорит... Но правда, есть еще и автобусик, который, говорит, ходит там по парку. Видите, наш, абсолютно наш чугун. Посмотрите. Все тут облезает, да, видите, он как бы как будто кожу снимает. Вот, короче, смотрите, мрамор, мрамор, видите, все мраморное, вообще просто мрамор. Что я, посмотрите, наши цветы огромнейшие, огромнейшие, да. Посмотрите, вот эти вот ромбы, да. И все, вибрация, там все вибрация. Там, короче, дети идут, короче. Посмотрите, это все мраморное. Видите? Посмотрите, какая мраморная, да? Посмотрите, да, какая вибрация. Молодчайше, молодчайше просто, невероятно. Ну, мне как обычно все везет. Вот опять наши эти мучаяти. Посмотрите, что здесь, какая вибрация. Ребятушки, я постараюсь все-таки, я посмотрите, тут еще и треугольники. Это все, все, вот это вот, это нет, а вот это мрамор. Просто мрамор. Мощные, мощные. Смотрите, мощные вообще. Огромные ворота, ребята, невероятные. Невероятные ворота вообще просто мощные. Посмотрите, здесь еще что-то даже. Как? Офигительно, смотрите, как, что там, что за, да, за система, это вообще, разве можно такое, да вообще, кто вы понимаете, когда едешь к этому казарте, все вообще, одно поле, ребята, одно поле, просто пустое поле, понимаете, давайте на решетку посмотрим, вот, и вдруг такая огромнейшая, да, структура, ребята, вы посмотрите, какая решетка, так, ну я сейчас пойду туда, посмотрите, какая решетка, выглядите. Потому что дождь идет, и мне капает на это. А мне кажется, потом он закончится. Говорит. Смотрите, да? Невероятно. Все толстое. Ой, какая она огромная. Посмотрите. Арка, короче, 5 метров в высоту. Я в шоке. Я довольна, что я такое выдержала. Что я такое выдержала. Вот. И приехала сюда. Под страхом там, не знаю чего, как. Чуть ли там, что мне не должны... Только я выйду, а тут посмотрите, сколько народу. Ну, потому что, ну, она не может быть непопулярной быть. Вот. Короче, ребята, вообще. Посмотрите, наша батарея, вот эта вот, которая Милане обычно принимает. Тут, посмотрите, закругленная, да, посмотрите. Цветочек, конфетка. Закругленная, посмотрите, да. Сейчас гремя. Ой, 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 ой. Так, это было лучше.
Ma qui si può anche fare il primo piatto? Sì. Mi hanno detto che c'è la letta. Appena perché c'è la letta, adesso c'è la letta. Che sei fastidioso, diciamo. Grazie. Tac. Опять, ребятушки, идем, идем. Не хочу я сейчас прерваться, мне тут звонят все переживающие за меня, но я не могу сейчас, блин, я хочу записывать, потому что мне придется потом либо короткие видео ставить, либо, ребятушки, ну это просто какая мощь. Посмотрите, это не рисунок. Сначала кажется, что это рисунок, да, смотрите, как звезда Давида. Такой вот мы, вот такие звезды, вы помните, Вичева нам очень много, да? Их на полу было. О, нет, это просто... Я в шоке. Как хорошо, что я все-таки это сделала. Ребятушки, есть, оказывается, еще и сервицо Наветта. Вы посмотрите, какие трубы роста. Трубы роста, да? Я хочу сначала парк посетить, потому что если потом будет ливень, то... Так, апартаменте реаликви. Тут у нас мощный, естественно... Так, нет, я сейчас, наверное, пойду на апартамент Реали, скорее всего, ребятушки. Знаете почему? Потому что как раз мало народу идет на апартамент Реали. Вот. И я так думаю, что там внутри дофига ходить. Но быстренько, вот до 10 минут пройдусь. Это вообще просто невероятное. Невероятно. Посмотрите, какая вибрация просто. Какая вибрация здесь? О, это вообще. Сейчас коротких видео вообще наделаю. О, просто не что-то необъяснимое. Тут все в вибрациях, вибрационных рисунках. Все. И посмотрите, какие огромные арочки. Посмотрите, там какая наша чугунная, как это. Знаете? Как гусеница, да? Вообще. Как будто череп, да? Это не череп, так кажется. Не, ребята, пока дождя нет, надо туда. Ну, посмотрите, что, какой туннель. А, наша лепнинка. Ой, ребятушки, это вообще что-то. Просто это что-то. Посмотрите, как тут вибрация идет. Даже вон отходит уже, кстати. И тоже, видите, неровные арки. Посмотрите, они, видите, по диагонали. Как обычно у нас бывает. Смотрите, да? Ой, опять, смотрите, да? Ну, естественно, голуби перелетают вот около меня. Ну, как же без них? Ой. Тут я целый день буду, ребят. Да, вообще просто. Просто. Смотрите, лепнина наша. Видите, растет. Ну и рисунок, ну и арки, это вообще просто офигеть. Посмотрите, одна вибрация. Обалдеть. Просто не вижу. Ай, quindi, scusi, questo è quindi l'appartamento reale? Entrata, sì? E se si falta nel parco può tornare, sì? Ребятушки, вообще просто невероятный вход. Это как палаццо Реале ди Торино. Одинаковый вообще. И все мраморное. О. Просто невероятно, ребята, что нас ждет. Посмотрите вибрации какие. Посмотрите арки. Что они вытворяют. Посмотрите трубы роста. Это просто вообще... Это что здесь такое? Невероятно. Ну, естественно, как обычно, наша ракушка. Просто невероятно. И вот туда идет вот парк, кстати. Смотрите, да? Прелесть вообще. Просто прелесть.
Кто у нас? Ну, как обычно, какой-нибудь Сократ был, да? Просто невероятно. Это тут еще наши ртутные столбы, да, кстати, да, везде, везде. Такого что-то мы не видели нигде, да, кстати. Они вообще, кстати, вместе со столбами этими, кстати. Посмотрите, столбы есть, вот которые гранит, мрамор просто блестящий, серый. А есть просто белый камень. Нет, это вообще... У меня вообще шок, эстетический шок. Так, ну ладно, я сейчас, короче, сделаю вам короткое видео, скорее всего, входа. И начну там снимать парк.